Разные полезности. Вот такая у нас антенна из двух пивных банок, вернее, одна пивная, одна из-под чего? Из-под Липтона. И вот сейчас посмотрим, как показывает. Юмор в чем? Все дело в том, что у нас на гаражах, гаражи находятся в яме, и никакие антенны, даже модные, не берут хорошо. А вот, пожалуйста, ну, немножко бликует, но это бликует за счет того, что немножко разница в съемке, не хочет настраиваться. Но факт тот, что показывает, как дома. Вот там сейчас еще хозяин прикручивает, она чуть вот снижит, напильники бегают. А так показывает шикарно. Вот, прекрасно просто. Вот это вот немножко бликование на экране, это просто так передает телефон. Но на самом деле глазом смотрится великолепно. Вот такая вот маленькая полезность. Кому-то будет пригодиться, короче, кому-то.